Ручки, мы поднимем к солнцу ручки. Руки в стороны поток, мы пошире разведем. Поприветствуем гостей, очень просто, без затей. Здравствуйте, гости! Поприветствуем друг друга, крепко-крепко возьмем руки. Здравствуй, Петя! Здравствуй, Костя! Всем на месте интересно! Вы хотите отправиться к доктору Айболита? Вот посмотрите, он нас уже ждет. Пойдемте, присаживайтесь вокруг ковра. Подальше, только близко очень не нужно, бывайте. Мадин, давай туда присаживайся. Давай, вот сюда садись. Вот сюда, вот так символы, чтобы видно. А с Эйлин, когда мы эти все. Садись, давай. Тихо, вот сюда, все. Всем удобно. Добрый доктор Айболит, он под деревом сидит. Приходи к нему лечиться. И вова, и волчица, и жучок, и паучок, и медведица. Всех излечит, исцелит добрый доктор Айболит. Зверей доктора Айболита. Пять. Правильно, пять. Есть? Ребятки, а доктор Айболит просит всех зверей встать в очередь. Сейчас их поставит в очередь Таша. Таша, поставь их в очередь. Угу. Смотрите, как нужно считать. Посмотрите. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Сосчитай все же. Один. Нет, первый. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Мадин, сосчитай. Второй. Нет, первый. Первый, третий. Второй. Третий. Четвертый, пятый, пятый. Ребятки, я включила музыку, высыпаю. Включу музыку, чтобы вам было веселее. Собираю. Карточку с цифрой 2. Цифрой 2. Цифрой 2. Так, покажите. Правильно он нашел, ребятки? Да. Молодец. Тазик. Так, давайте посмотрим, сколько у нас здесь считаем. Один, два, три, четыре. И? Пять. А теперь посмотрите вот на эти два мяча внимательно. Маленькие и большие. Правильно Ксюша сразу сказал, маленький и большой. А теперь мы маленький. Смотрите, чем они похожи? Цветом. Правильно, цветом. Еще зеленый, чем похожи? Зеленый. Зеленый, зеленый. А еще чем похожи? Формой. Правильно, формой. Ксюша, форма. А какая форма? Куклы. Какую форму? Круглый. Нет, неправильно. Круглый. Как правильно нужно говорить? Круглый. Форму шара имеет мячик. Давайте вместе скажем. Форму шара мячики имеет, правильно. А чем отличается? Размером. Ой, молодец, правильно, размером. Мадина, иди найди мне карточку с цифрой. Какой нужно ей найти? Пять. Пять.
делает быстро, да? Ребятки, давайте вот посмотрим на эти два мяча. Чего они похожи? Цветом. Цветом еще? Размером. Размером и форму. Правильно. Идет Була, принесет карточку с цифрой 4. Покажи, Булат, всем. Правильно? Молодец. Правильно, ребятки? Да. Правильно. Так, ребятки, с синим газетом. Ксюша, сколько у нас мячиков? Один. Идет мне, Макар принесет карточку с цифрой 1. А то он заскучал, зевать начал. Так, покажите. Покажи детям. Правильно, ребятки? Да. Давай, клади сюда. Так. И у нас желтом газете. Считаем, сколько мячей. Посмотрели на эти два мячика и скажите, чем они похожи? Формой. Цветом. Цветом. А чем отличается? Размером. Размером. Асыля, иди принеси мне карточку с цифрой 3. Понравилось, как вы занимались, да как вы... На пятое место. Непоседу нашего на пятое место переместили. Так, Асель, на пятое место. На пятое. Считаем, считаем. Слушай, молодец, молодцы. На пятое, на пятое. Проверяем, ребятки. Все проверили. Макар, ты на какое место переместил? На пятое. На пятое. Давай считаем. Какое место его переместил? На четвертое. Повтори, скажи. На четвертое. А вот сейчас на каком месте? На пятом. На пятом. Правильно. Тимур, чем вы тварили снова хорошее? А теперь наш непоседа, ребятки, переместился на первое место. На первое место непоседа переместился. Так. Да, молодцы. Проверяем, ребятки. Проверяем. Вот раз. Он у меня переместился. На какой место он переместился? На первое. Правильно, Ксюша, на первое. А теперь, ребятки, непоседа переместился на третье место. Ну, давайте. Андрей Толгатовна за вас сделает. На третье место. На третье место. Вазит. На третье место. Считаем. Так, молодцы, молодцы. Асель, подумай. Двигай головой. Так, хорошо. Асель, подумай. Считай. Асель, вот тебе правильно. Вася, считаем. Это какое место? Один, да? Два, три. Вот сюда он переместился. Вот он наш непоседа. Куда? На третье место переместился. Проверяем, ребятки. Вот он куда переместился. На каком месте Тимур оказался, наш непоседа? На третьем, правда. А что перед тобой лежит? Круги. Теперь вы сходите по себе. Ребятки, а теперь скажите мне, на какие две группы можно разделить круги? На синие. На синие и? И красные, правильно. На синий и красный. Сколько красных кругов? Один. Один. А сколько синих кругов? Сосчитаем. Один. Два. Три. Один. Два. Три. Кто сосчитал? Макар, сколько синих кругов? Четыре. Четыре. Маш, сколько синих кругов? Четыре. Ксюш, сколько синих кругов? Четыре. Мадин, сколько синих кругов? Четыре. Булат, сколько синих кругов? А красных сколько? Один, правильно. А вот красный круг, да, ребятки, он не поседа. Он любит всегда перемещаться. Вот его нужно сейчас расположить так, чтобы он оказался у вас на втором месте. И располагать будем его, послушайте меня, от окна к стене. Давайте. На второе место расположили красный кружок. Давайте я посмотрю, а потом проверим. У меня на втором. Так, смотрим. Молодец, молодцы.
Так, Булатик, вот так тебе удобнее же будет, вот так. А, вот доктор Айболит, наступила уже весна, правильно. Так, ребятки, а вы знаете стихи о весне? Да. А расскажите доктору Айболиту и своим мамам, папам, бабушкам стихи о весне. Ксюша хочет, только давайте повернемся к мамам, к гостям. Давай, рассказывай. Ласточка, ласточка, милая красавочка, ты где была? Ты степь плесла, за морем бывала, весну добывала, несу весну красну. Ой, молодец. Ой, какая ласточка. Ну, ласточку уже рассказывали. Может, другой кто-нибудь хочет рассказать? Была не хочет рассказать? А? Хочет. Хочет? Расскажешь? Давай, рассказывай. Только громко. Давай. Какой расскажешь? Ай. Что-то не слышно его, как он рассказывает. Но он постарается в другой раз и громко расскажет. Ребятки, а давайте еще расскажем одно стихотворение. Мы же учили с вами. Про вербу. Кто расскажет? Давай, рассказывай, моя. Верба вся пушистая, окинулась кругом. Опять весна пушистая, повеяла крылом. Ой, какие. Пять. Открыли глаза. И мы с вами очутились в нашем любимом детском саду. И у нас сегодня бассейн. Кто идет в бассейн? Сходите в туалет, ребятки, и будем готовиться в бассейн.